Юльский кот – это огромный, пушистый и прожорливый кот величиной с быка. Он живет в горах Исландии, а к празднику Юля спускается с гор и охотится на непослушных детей, а также на лентяев и тех, кто не удосужился добросовестно подготовиться к празднику. Нерадивого хозяина кот может унести с собой. Зверь может заскочить к людям на огонек и съесть весь праздничный ужин. И благо хозяев, если он покажется юльскому коту вкусным. Иначе пушистый и прожорливый монстр слопает их детей, будь они даже самыми послушными во всей Исландии. Любит он полакомиться и лентяями. Коту вовсе не нужны особые навыки, чтобы вычислить нерадивца. Достаточно посмотреть, во что они одеты. Если одежда новенькая, то его хозяин честно трудился весь год и смог себе позволить обновку на праздник. Этот кот может исчезнуть в одном месте и сразу появиться в другом. Любая собака при виде юльского кота сомлеет, даже самая свирепая. Огонь ему не страшен, пройдет сквозь него и будет таков. Вода замерзает, стоит ему подуть на нее сквозь усы. Клыки и когти у него остры, как сколы льда. Он один из могучих духов этой страны, без чего соизволения ни один корабль не пристанет к исландскому берегу. Но несмотря на все это, юльский кот не только справедливый, но и добрый. И хорошим, добрым людям юльский кот дарит подарки. Поздравляю вас с праздником Юля!